Четверо дагестанских боксеров вошли в состав сборной России для участия в чемпионате мира. Турнир стартует 24 октября в Белграде. В эти дни боксеры проводят финальный этап подготовки на сборе в Сочи. Состав национальной команды огласил тренерский штаб во главе с Виктором Фахрутдиновым. Капитаном избран двукратный чемпион страны Джамбулат Бижамов. Кроме него в сербской столице выступят Курбан Байрамбеков, Вадим Мусаев и Шарапудин Атаев. Все четверо в начале сентября выиграли чемпионат России в Кемерово. Спасибо тренерскому штабу за оказанное доверие. Думаю, всех его назвали. Каждый заслужил право участвовать на чемпионате мира. И постараемся оправдать надежды.